сел ты на жопу. Сказали, что я нормальный пацан, и говорят, делай, что и дальше делал. Как всегда, мои пушки в деле, а двоечка в силе. Невидимую машину заправляем. Магия. Магия севера, блядь. Слышите, как дела? Молоденький, да? Да. Вот так мы ездим в Карелию. Вот такие здесь есть ребята. Эй, Мишаня, помаши лапкой. Эй, хорошенький, блин. Что тебе дать-то? Спокойно. Страшно как. Конечно, мы сами боимся. Пацаны, вы вот такой вообще когда-нибудь видели? Я вам кричу, это не прикол. Посмотрите сюда. Прикольно. Вот и все. Так что, если у вас случилось такое горе, не отчаивайтесь, звоните к нам, мы приедем. Вот. Строим толву сурийской. Двое стоят, грузят на одного, а один все носит. Вот эта технология, блин. Как начальников один рабочий видел?